Здравствуйте, мои дорогие подписчики и те, кто случайно заглянул на мой канал. Вот такая красота у меня сегодня. У нас все вокруг цветет, полные поляны этих маков, великолепная погода, были дожди, сейчас очень тепло, и земля вся покрылась вот такой красотой. Но, правда, еще карантин, особо не выберешься. Но все равно очень красиво. Сегодняшний мой рассказ посвящен хрусталю, винтажному хрусталю, советскому и не только советскому. Вот я вам хочу показать графин, который я получила от мамы в подарок, когда выходила замуж. Он был с 6 рюмочками, стопочками. Но, к сожалению, осталось только 4. Ну и хотя бы эти остались. Вот такой красивый комплект. Это комплект больше для красоты в данное время, потому что никто не переливает, я думаю, водку в, или вино. Это больше для водки в это графин. Но красивая вещь, приятно смотреть. Любоваться, пусть будет, пусть находится за витриной моего серванта и радует. Смотрите, ну, красиво же, такая ножка. Такая крышка. Я думаю, это советский хрусталь. Я точно не знаю. Это гусь хрустальный. Это ленинградский завод художественного стекла. Надеюсь, у кого есть, мне подскажет, кто знает, откуда это, этот комплект. Буду рада. Следующая такая же красивая вещь. Это большая тоже вещь, но которой мы пользуемся. Это графин. Это был кувшин. А сейчас я выложу графин. Вот такой чудесный графин. Им мы активно пользуемся. Подаем воду, компот. Смотрите, какая тонкая работа, какая тонкая резьба. Это внизу, наверху вот такие выделенные полоски. Посмотрите, есть еще вот отделка на ручки. И по краю. Такой носик. Симпатичный. Вот такой кувшин. Я не знаю, он был со стаканами, с крышкой, был или нет. Я думаю, он был вот в таком виде, как я показываю вам его сейчас. Хочу к нему еще добавить вот такую очаровательную креманку из тончайшего хрусталя, великолепной ножкой, просто великолепной. Посмотрите. Почему ее хочу с ней продемонстрировать? Посмотрите на этот узор и посмотрите на этот узор. Абсолютно одинаковый узор. И креманочка, их у меня две, я получила в подарок от моей любимой подруги Мадины. И пользуемся тоже. Очень пользуемся часто. Вот. Одинаковые, видите, работа. Это Чехословакия. Тут даже сомневаться не надо, потому что вот подруга знает, что это Чехословакия, значит, соответственно, кувшин тоже. Потому что ну, абсолютно одинаковый узор. Резьба одинаковая. Вот я поднесу поближе. И вот перейдем на вот сюда. Очень даже похоже. Очень даже.
Следующее, что я хочу вам показать, это мой фужер один. Я покажу, не стала доставать полностью все шесть. Вот такой красивый фужер. Высокий, стройный, статный. Для того, чтобы вы понимали, насколько он высокий, я поставила рядом стопочку. Посмотрите, какая у него ножка чудесная. Поднимемся вверх. Очень красивый. Мы пользуемся. Очень красиво за нарядным столом, продают торжественность. Эти фужеры придают торжественность столу, обеду. Красиво. И уберем их. Следующее, что я хочу вам показать, это две конфетницы. Небольшие. Снова я выставлю сюда эту стопочку, тогда, чтобы вы понимали размер, насколько эти вазочки небольшие и насколько они очаровательные. Посмотрите, отличается вот узор на вазочке от узора на стаканах. Там геометрические в основном. Резьба геометрическая. А здесь рисуночек. Посмотрите, какой славный рисуночек. Белое стекло и шлифовка. Вот я поднесу ближе, чтобы вы... Создает особую прелесть. И вот эта конфетница. Тоже очаровательная. Посмотрите, я сверху покажу ее. И ее. Какие красивые. Ну, хороша, очень хороша. Это моей свекрови. Это от моей свекрови. Вот я ее приподниму. Что увидели основание, какое великолепное основание. И здесь тоже очень красивые вещи. Хрустальная симфония. Вот такая. Тяжелые кувшины уже и графин не хочу добавлять сюда. Такая. Может быть, почему нет? Сейчас выставим. Ой-ой-ой. Вот такая хрустальная симфония. Хрустальный перезвон. Все вещи достойные, красивые, все винтажные. И кувшин, и графин, и фужеры. Всем им 30 и более. Больше 30 где-то лет этому графину, кувшину, фужерам очень много лет. Спасибо за то, что посмотрели мой ролик. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы получать оповещения. Удачи вам!